Добрым быть совсем непросто. Это мы помним с детства. Свои по-настоящему добрые дела волонтеры городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи совершают уже очень давно, помогая как взрослым, так и юным пинчанам. Накануне учебного года БРСМ развернул акцию под названием «Школу с добрым сердцем». Суть ее состояла в сборе канцелярских товаров и письменных принадлежностей для тех детей, кто в них нуждается. Волонтеры доброго сердца Пинского городского комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи постоянно оказывают содействие воспитанникам коррекционного центра. В рамках акции «В школу с добрым сердцем» откликнулись предприятия организации города Пинска в сборе канцелярских товаров. Также волонтеры аграрно-технологического колледжа возле торговых точек города Пинска собирали канцелярские товары, школьные принадлежности. Волонтеры Полесского государственного университета откликнулись в помощи, чтобы показать представление детям. Все то, что удалось собрать за время проведения акции, волонтеры отряда «Доброе сердце» отвезли воспитанникам социально-педагогического центра и центра коррекционно-развивающего обучения. Необходимые канцелярские товары, карандаши, альбомы, фломастеры, другие письменные принадлежности привезли ребятам волонтеры. А вместе с этим подарили детям замечательный праздник с веселой музыкой и увлекательными играми. Подобные благотворительные акции, они нужны для того, чтобы в обществе люди знали, что у нас много детей, которые нуждаются в помощи. И чем чаще мы будем оказывать эту помощь, тем реже люди будут, детки вот эти, думать, что у них есть какие-то ограниченные возможности, и они чаще будут улыбаться. В классах и группах Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получают помощь 83 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. А всего учреждение посещает 178 детей с особенностями развития. Это особенные дети. Но несмотря на свои недуги, они не перестают быть детьми со своими радостями и переживаниями. С желанием расти, развиваться, учиться и играть. И в этом важна поддержка всех неравнодушных людей. Мне бы хотелось сегодня сказать слова благодарности волонтерскому отряду «Доброе сердце». С волонтерами мы сотрудничаем уже давно, не первый год. И сегодняшнее мероприятие вы тоже увидели, насколько наши дети получили много прекрасных эмоций, впечатлений, прекрасного настроения. А это самое главное для детей. Я сегодня хочу поблагодарить всех волонтеров, не только волонтерский отряд «Доброе сердце», всех волонтеров в лице Пинского нашего педагогического колледжа, Полесского университета, которые помогают нам в организации очень многих мероприятий, которые оказывают нам спонсорскую помощь и дарят нашим детям прекрасные впечатления и эмоции.